время узнать немного больше о сегодняшнем дне. Овен – определенно не лучший день для перемен в личной жизни. Телец, не стоит игнорировать негативные симптомы самочувствия, они более серьезны, чем вам кажется. Близнецы, сегодня не стоит одалживать деньги, совершать крупные покупки. Рак, вы должны побороть ревность, так как это может сильно навредить вашему имиджу и отношениям с близкими людьми. Лев, особое внимание следует уделить внешнему виду, так как он будет одним из важнейших факторов успеха в ближайшем будущем. Дева, большинство ваших трудностей обусловлено излишним доверием к словам людей, с которыми вы давно сотрудничаете. Весы – один из лучших периодов для водных процедур, закаливания и занятий спортом. Скорпион – хороший день для подготовки важных мероприятий, воплощения в жизнь далеко идущих планов. Стрелец – день может быть периодом серьезных перемен в личной жизни. Козерог – чтобы защитить себя от непредвиденных изменений на работе, стоит проанализировать свои отношения с коллегами. Водолей, контролируйте свои чувства и эмоции, иначе вы рискуете совершить такие поступки, о которых впоследствии будете жалеть. Рыбы – люди, которых вы встретите в дороге, способны сильно повлиять на вашу жизнь. На сегодня это все. Помните, ваша судьба в ваших руках.